Да. Да, спасибо. Работать бесплатно – это не вариант, когда творчество является самым дорогим бизнесом. Это ваше время, это ваш ресурс. А еще сюда можно вложить сразу и мастер-классы какие-то, да? То есть 20% стоимости плюс – это развитие. Развитие вас, амортизация вашей техники. То получается, что нормальная в целом стоимость для вот наших мест плюс-минус 10 тысяч. Как бы вот, макияж, прическа, студия отдельно. Чтобы просто прям вот понять до конца. И не бояться экспериментировать. Если у тебя болит свет, кстати, между собой помощники, у кого болит свет? Кто боится трогать эти большие штуки, не знает, что в них крутить и как это включать? Есть такие? Раз, два, три. Все, вот вы у нас трое, сегодня отвечаете за передвижение вот этих всех штук. Я вам буду рассказывать, как это делается. Вы двигаете, ставите, поднимаете, опускаете, чтобы вот этот опыт сразу понять, что эти большие черные штуки не страшные, главное спокойствие. Всем погнали дальше. Спасибо всем!